Кто-то справа выбежал. Из МЧСки. В канавку. Чевок, кажется, убегает по полю в сторону егеря. Да, чевок. Каска рикошетнула? Да ну нахрен. Кто-то слева еще бегает. Вот, по-моему, зашел на территорию. Я вот не понял, я первым не попал или она рикошетнула, блин? Девка! Вот. Угу. Гачи Майк. Что-то сегодня слишком много гачи у нас убито. Чат. От некоторых непрокачанных метаболизмов. Ты думал, может, офтальмоскоп найду? Как говорится, скину Ани, пусть тихо порадуется. Насыпь. Блин, куда убежал? Ага, ага, лезет, лезет наверх. Давай, давай, лезь наверх, друг, лезь. Залазь. Что ты там, стамина кончилась, что ли? Меня убили. Откуда? Не знаю. Ты рядом на тропе я был. Вообще ни звука не было. Ну, ноль звук. А, вижу. Что за фигня? С чего тебя убили? 302-й? Ой, 308-й калибр? Нет, ДПшка. В аду. Порой я не понимаю, как вот такие моменты я промахиваюсь. Потому что просто идеально ровно. Вот примерно как вот сейчас. Стреляю типа в голову. Но почему-то... Может, оно не регает просто, как вот с пистолета. Помните, вчера мы играли? Когда с пару метров стреляешь типа в голову, оно не регает просто. Ну, то есть тип выживает. Хотя ему явно залетела бронебойка 45-го калибра в лицо. Или это под скалой где-то было? Но чел вроде не залутанный лежит все еще. Бля, он прям подо мной. Вот он, лобаевец. Так. Так, но мне только жетон с этого типа надо. Больше ничего не надо. Ну, хотя вот прицел могу и забрать. Слухаем, смотрим, наблюдаем. Хорошо. Это кто? Угу. Кто-то еще там. Так, пойдем-ка разбираться. Опа.
Так. Не люблю в спину стрелять. Очень часто промахиваюсь. Ну, в смысле, в затылок не могу попасть, попадаю именно в спину. Ранил его гранатой. Чел, ты жив там, что ли, до сих пор где-то? Пойдет. Какой-то маленький. Ты что, еще раз лес попробуй? Да, не знаю, если хотите, можно. Люди... Собрался под лес. Людей полно так-то. Ну, какая разница нам, где кого убивать или помирать. Пятеро убил, считай, один убежал, и один тебя еще убил, куда-то убежал. То есть нормально, фулл карт, по сути. 9 человек, считай, с нами. Тех, кто кого увидели. Блин, чел какой-то беззвучный. Как ты от меня так ушел далеко уже без звука? Без единого. Одного убил. Ты, надеюсь, был вид передо мной? Да. А в доме ходит, что ли? Снайпер мертв. Кирпичики, да? В зале никого нет. Не пойму, обычно нет? Видишь, а вышел в обман. Звук. Убил типа у себя. Охренеть. Что там было? Не знаю, миллиарды попаданий и топовых патронов от 5-7. Ну, примерно так, миллиард. Его красиво убить, но потом забил просто на это. Еще один, по-моему. Первая временка. Я во второй. А, там еще один, походу. Кто-то лежит. Все время повторю. А ну-ка. Одну. Давай пойдем. Угу.
Так, 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 сейчас чатик. Одну секунду. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.